Нижневартовск вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечу, всего в программе участвуют 23 города России. В этом году на ремонт городских магистралей из местного бюджета выделят 500 000 000 рублей. На эти средства восстановят 20 километров дорожного полотна. Также в столице Самотлора продолжают работать над системой «Умный светофор». Она позволит увеличить пропускную способность перекрестков на треть. Полная стоимость модернизации около 12 миллионов рублей. На данный момент информация с центральных улиц уже поступает в единый центр для анализа. В конечном итоге система должна сама оценивать трафик, замеряя интервал между машинами и бороться с пробками на городских улицах. Пока управление светофорами идет в ручном режиме. Пока это будет координированное управление, то есть планы координации будут посчитаны как утренний, дневной, вечерний, планы выходного дня. Контроллер позволяет записывать и годовые, вплоть до, так как потоки меняются и осенью, и весной, и летом, и зимой.